Сегодня я с театром «Мусташ», театром интерактивным, еду в Питер. Мы участвуем там в фестивале уличных театров. Привет! Вова, почему ты в пуховике? Кто в Питере обещают вечером холода? Тут будет продувать, это значит, это климат-контроль. Липтон? Что такое Липтон? Липтон – это обозначение зрителей, которые участвуют в интерактиве. Полный стабилизм. 1 января 2000 года. За что? Да? Стой. Вот такая вот погодка в Питере. У вас вкусно пахнет. Да? Это я. Ди бонжо. За видео. Или фейс-фильм видео. Привет. На. Я поехал в Питер с театром «Мусташ». Они поехали на 7-й фестиваль уличных театров «Елагин парк». А я поехал просто как свободный художник. На удачу спросил, есть ли возможность подселиться к ребятам. Да, выдали раскладушку. Я заплатил за завтраки, и все в огне и в листьях. Видеоблог! Ну ладно, все равно будем получать наслаждение от того, что и дарить его есть, совершенно точно. Вот это огонь. Меня зовут Соня, я живу в Санкт-Петербурге. Я учусь в театральной академии. Вот так. Остановите. Витя, надо выйти. Охота на сов по-французски будет «шас у эбу». Что, Мусташ покушал? Да. Мусташ покушал и идет исследовать парк. Парк. Это она по-французски говорит. А на китово можешь? На ультразвуке можешь? А на каких мертвых языках говорите вы? Елагин парк. Небольшая репетиция «Мусташ» перед выступлениями в выходные на фестивале. Сейчас про походку поговорим. Опа! И все, и мы начали. Я под наркотиками, все нормально. И потом. О! И вот тут все. Тут мы замерли. Потом ты. О! Все, что? О! И понесла. Дык-дык-дык-дык. Это будет фурор. Вечерних зрелищ. Мало пузырей, мало. Да блин! А, мадам, а ключи? Чтобы они в машине. Ну, и что с ней? Ваша машина сломалась, мадам. Что ты там наделал? Нет, я ничего не делал. Прям, друзья, проливной холодный дождь. Проливной. И вот французы репетируют под ним, как ни в чем не бывало. Помогите мне, вы же видите, она течет. Что ты опять натворил? Ничего, это точно не радиатор. Эй, педалирует на велосипеде с накладными ногтями, может, у нее и получается. Вот возить точно нет. Вау! Труселя разлетелись. Вас просили ничего не трогать. Невероятно, мы уже полчаса потеем на... Прям. Почитаем. Вау, какой олдскул! Покрутись уже, господи, боже мой! Ну жопку покажи! Прям, друзья, у нас случилось ЧП. Идите рассказывать. Вчера при очень странных обстоятельствах был поломан штатив, который мы используем в своих двух спектаклях. Мы едем в материк. Напильники, клей, саморезы.
А тем временем на острове. А, дождь. Раз, два, три. Лагин. Центральный парк культуры и отдыха имени Сергея Мироновича Кирова приветствует вас здесь. Спектакль от испанцев «Коллапс», открытие ресторана. 1, 2, 3. Леги па! Okay, a moment. Problem! Dim! What's the matter? Dim! Problem! Наташа! Это катастрофа! Мы не можем открыться! Черт! Нет проблем! Это драгер. Не можем открыться! Сесиль, стоп! У меня есть идея! Вот он! Это же он! Это ты! Пойдем со мной! Пойдем! Это твоя роль! Это мой шанс! Да-да-да-да! Я должен... На! Понятно? На! А вы такая... Что? Это... Сволочь! Знаете ли? Я такой иду! Я такой страстный! Я такой красавец! Я не такой горячий! Да! Да что не бросай! А я такой! А вот так, дорогая, вот так!
спокойнее. По плечу и в лицо. Перчаточку. Так? Дуэль! Хорошо! Оружие! Раз, два, три, пять! Получай! Да дайте вы туда! Да! 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 Ты думаешь, они отыграются? Привет, Дэйв! Ой-ой, Соня, давай! Майку снимай! Кто с мамы? Мы с мамы! Вот вчера Таня прям в руках себе забрал. Крутейший питерский театр куклы господина Пежо. Вот динамический сетизм уже, статуи лежат. Фантазия автора не знает никаких границ. И вот, пожалуйста, статуя объединилась в одно целое. Радость. Эмоция горя. Прошу вас. Пофигизм. Художник разбивает эту ключевую эмоцию на три фазы, три стадии. Предвкушение, вожделение и... Арсений Разубайло, восходящая звезда петербургского андеграунда. А перед нами настоящий подлинный Нибельмейер, голубой период, водопроводная вода, полноцветная флексографическая печать. Мы проникаем мыслями в произведение искусства и что там вас ждет. Этот шедевр называется «Момент». Элемент на каталоге его называют «Цени момент». Сахар классик. Оригинал находится здесь, у нас. Мы этим очень гордимся, потому что это подлинное, настоящее. Да. Пожалуйста, насладитесь, попробуйте. За мной, проходите. Мы приходим, так сказать, жемчужине нашего собрания. Оля, как зовут? Оля. Оля, Оленька. Шедевр Оленька. Пожалуйста, обратите внимание, художники не идут на поводу новомодных течений кубизма, неоконструктивизма, депластизма и прочее. У шедевра два глаза, как у нас с вами, один нос, один рот, две ключицы, совершенно как живая. Так и хочется потрогать, вот видите, так, как, совершенно как живая. И вот, пожалуйста, прошу, вот. А вот еще один наш шедевр из нашего собрания. Называется «15-летний капитан». Да, мы называем его «капитанская дочка». Так, вот это
А нет, это еще недоделанный, незавершенный шедевр. Да. Это брат. А так, вот здесь вот у нас, пожалуйста. Вот здесь, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой-ой. Вы знаете, столько выставок, сколько экспозиций, столько переездов. Шедевр у нас немножечко пообтрепался, нуждается в реставрации. Пожалуйста, отнесите в реставрационные мастерские. А это рычаг власти. Так, что-нибудь посложнее, лошадиное ржание. Девушка начинает очень быстро раздеваться на ногах. Греция, Александр Великий. А, извините, сейчас, секунду. Вот, Александр Великий. Сейчас, подождите. Все время буду. Александра Великая и Александр Великий. Салоники, 7 век до нашей эры. Вы осторожно, антиквариат, не повредите, пожалуйста. Нет, не можем. Мы считаем, что оно должно быть отброшено с нашего пути. Мы считаем, что единственный вариант решить двигаться дальше — это переступить, перешагнуть через него на пути к светлому диалогу гуманизма. И я приглашаю каждого из вас перешагнуть. Так, давайте еще прямо. Вам больше не нужен ваш аудиогид. Снимайте. Елагин парк! Открывай, боец! Трусы! Немножко можно похлопать! Отставить! Вот сейчас! Ворот! Ворот! У ворот шеренку по двое становись! Куда вы? Воротами в лоб захотели, что ли? Шеренку по двое строим! Шеренку по двое! Сразу же объявление! Все попадут на спектакль! Отойди! Отставить! Ворота! По двое заходим, по двое! Дамочка, берите дамочку, идите, вот! Эта сторона заходит! Тихо, не давим! Ребята, давай! Осторожнее, ребенка не ударьте! Камера мокрая, штаны тоже мокрые. Что мы пьем? Здравствуйте, Бугульма. Здравствуйте, Чак-Чак. Внезапный вечер открытый. Да. Официальный партнер Елагина парка, 2018 год, Бугульма. Ленинград, точка ру.